Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Отражение звезды». О чем сериал «Отражение звезды» сюжет? Рената просто любила петь. Поп-дивы ее сделали мать, которая называет себя Джулия, с отчимом Георгием. Звездная жизнь Ренаты ломается трагическим событием, кто-то убивает фанатку певицы, которая копировала ее образ. Рената чувствует, что на нее открыта настоящая охота и понимает, что ее жизнь больше ей не принадлежит. Приезд сестры Ренаты, Насти, ситуацию не улучшает. Младшая дочь, у которой мать украла мужчину, Георгия, не самая лучшая психологическая поддержка. Тем более с учетом того, что Джулия и Настя скрывают от всех, что Георгий – биологический отец сына Насти. Рената понимает, что она дойная корова для своей родни, и у нее нет ни одного близкого человека. Кто же сможет ее защитить? Олег, ее муж или Никита, бывший муж или следователь Владимир, которому она не доверяет? Она умеет только петь. Нет у нее другой жизни. Но есть человек, который ее любит. И есть человек, который ненавидит. И тот, и другой так близко. Кто из них кто? Вторая серия. Рената очень боится этих событий, и ей кажется, что кто-то ее преследует. Она живет в окружении любви и заботы. И кажется, что никакой беды с ней не должно случиться. Внезапно объявляется бывший муж Ренаты, Никита. После концерта Никита решает с ней поговорить и совершенно случайным образом спасает ей жизнь. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.